В этом году на выставке представлен ряд смелых идей, в том числе визионер выступил с таким достаточно смелым дизайном виллы в стиле дэнди. Это дом молодого дэнди, в котором представлены все помещения, все материалы, все детали выполнены фабрикой «Визионер» в едином стиле. Они представляют не отдельно стоящие предметы, не отдельные детали интерьера, а они представляют интерьер в целом. Марка показывает, как возможно создать интерьер на базе стиля, дизайна и возможностей визионера в целом. Они работают с разными материалами, с разными поверхностями. Здесь представлены встроенные элементы для всех зон интерьера, начиная от спальной зоны, кабинетных зон, столовых, гостиных. Фактически все зоны интерьера, даже ванные комнаты, тоже вошли в общую группу павильона. Кроме того, в этом году они еще выставили уникальный для себя продукт. Это текстильные обои, очень красивые, художественные. Вообще они отличаются тем, что они очень много используют в своих интерьерах на выставках предметы искусства. Картины, скульптуры и многое другое. И вот эти вот поверхности дополняют именно эту линейку. Мало кто решится сделать не стандартный рисунок на обоях, а фактически картины, которые не повторяются. Каждая стена, она индивидуальна. Это, на мой взгляд, очень смелое решение, но оно себя оправдывает, так как фабрика постоянно находится в поиске. Фабрика является законодателем моды. Эти смелые поиски, они выливаются в оригинальных коллекциях, оригинальных тенденциях, которые свойственны итальянской мебельной промышленности, итальянским мастерам. И на сегодняшний момент практически альтернатив итальянской мебели, наверное, не существует, именно потому что итальянцы всегда были лучшими художниками, лучшими дизайнерами, всегда отражали новые тенденции, искали их и реализовывали.